на курсы по 3D, а попадете в Монреаль к Владу. Кто его знает? А я что еще хотел упомянуть просто напоследок о институтах, что даже вот образование, длительное образование, такое 2-3 года, да, но именно в плане, когда вот относится к компьютерной графике, то есть там то, что мультимедиа или там даже тот же гейм-дизайн, программы какие-то, опять же, вот что-то.